Те торчащие веточки обрезаем вручную. Конечно, состояние до идеального еще очень далеко, но тем не менее хотя бы округлить и привести в божеский вид. Ну а верхушки придется обрезать вручную, потому что здесь кусторезом ну никак. Подрезаем по одной высоте, по одному уровню, чтобы было ровненько и эстетично. После всей стрижки немного округлить сверху. Привели можжевельники в более-менее опрятный вид. Если у кого какие вопросы по уходу за садом, в целом по сервису, который мы представляем и предоставляем, то пишите, с удовольствием отвечу.